Дэвид Кэмерон выступил с заявлением, которое может подорвать отношения между Лондоном и Брюсселем. Выступая перед бизнесменами и журналистами, британский премьер все-таки предложил провести референдум по членству в ЕС. Голосование пройдет лишь в том случае, если консерваторы останутся у власти после выборов 2015 года. Кэмерон считает, что некоторые из новых общеевропейских правил являются вмешательством во внутренние дела страны, поэтому хочет пересмотреть условия членства. Затем предложить британцам выбор – остаться в ЕС на новых условиях или же выйти из Союза. Я не хочу, чтобы мы подняли разводной мост и оказались отделенными от всего мира. Я не британский изоляционист, но я хочу лучших условий договора как для Великобритании, так и для всей Европы.